Добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка, на этот раз связана с электрическим оборудованием. А более подробно это так называемая мини-дрель-гравер для того, чтобы выполнять какие-то простые и несложные работы, связанные с зачисткой, ну и тому подобное, различных вариантов изделий. Как художественного творчества, так и изделий для различного назначения, там, металлических, деревянных и тому подобное для зачистки. Да, кстати, вон слева здесь находится еще вариация различных насадок для того, чтобы управлять и зачищать различные варианты. Но они же докупаются отдельно. А, кстати, вот в этом варианте у нас представлены 43 насадки, помимо основного гравера. Все это пришло из Российской Федерации со склада, благодаря AliExpress. Пришло это все в пункт Мегамаркет, который раньше был Казань Экспресс, при помощи Канью доставщика. Вот пришло вот в таком состоянии. Какие, кстати, насадки? Ну, насадки уже шли из Китая, там тоже занял буквально 9 дней, максимум 2 недели. Тут различные варианты. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Letyshops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой, выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Letyshops. Итак, давайте посмотрим, что находится у нас внутри. Вот что из себя представляет гравер. На остальных гранях нету ничего. Здесь написано, что сделано в Китае. Основные характеристики имеются в виду, что есть необходимость в случае работы применять какие-то средства защиты, очки, наушники, ну и на органы дыхания, чтобы не попадало. Поэтому все это соблюдайте. Ну и сама упаковка этого гравера. Вот что он из себя представляет. Давайте вскрывать, смотреть, что находится внутри. Внутри у нас находится пупырка для того, чтобы доехать благополучно, которую мы сейчас прячем. И есть документация. Давайте ее сюда поставим. Или сюда. Гравер. Здесь инструкция, ну и рекламные буклеты, как всегда. Спасибо за покупку. И тому подобное, что есть другие варианты. И рекламный буклет о том, что представляет данная фирма. Различные фонарики, в том числе, скорее всего, это для питья. Это вот ножи и мультизадачники, ну и электрическое оборудование представлено. Инструкция по эксплуатации, увы, только на английском языке. Какие аксессуары присутствуют, как подключать, как устанавливать, как переключение между тремя скоростями осуществляется. Ну, если не знаете английский, то берите, соответственно, Google переводчик, наводите камеру, и вам все это дело переводит. Так, вот здесь вот находится пумпочка была. Дальше внутри тоже пумба, которую сейчас мы уберем. И внутри находится сам аппарат. Вот такого вида. То есть здесь тоже характеристики присутствуют, что модель такая-то гравера. 4 вольта, 1,5 ампера. Нет, 1500 ампер часов. Это, наверное, батарейка внутри находится. И оборот, частота от 5000 до 18000. Серийный номер представлен. Здесь у нас кабель USB-C на USB-A. И представлены различные насадки. Как для наждачка. Вот варианты. Камни различного исполнения. Также представлены алмазные металлические камни. Кабель длиной у нас, скорее всего, небольшой. Ну да, где-то всего здесь 20, ну где-то 40-50 сантиметров. Давайте, кстати, проверим, как он функционирует. Вот у нас первая скорость, вторая скорость и третья скорость. И выключили. Давайте проверим зарядку. Для этого воспользуемся стандартным адаптером питания. 5 вольт, 1 ампер, по-моему. Сейчас мы его подключим. Так, ну, приезжает он на одном делении, как видите. Разряжен аккумулятор. И можно ли работать с зарядкой? Но, увы, нельзя.
Вот я нажимаю на кнопку, ничего не происходит. Вот я отключаю, и он включается. Работать только от аккумулятора. Ну вот, может быть, один минус. Работал бы он от адаптера питания еще, может быть, даже и лучше было. Отрицательный момент. И давайте посмотрим, как. Устанавливается. Можно, кстати, ногти, если что, подровнять. Вот такой, для особо нетребовательных работ, я думаю, пойдет. Единственный отрицательный момент, то, что нету рабочего режима, когда у вас осуществляется зарядка. Работа постоянно только от аккумулятора. Надо постоянно заряжать. И здесь он, кстати, надо будет открутить винты для того, чтобы, скорее всего, поменять. Ну, наверное, 18650 там внутри находится. То есть вот такой гравер. Он достаточно удобный, держится в руке. Есть множество вариантов. При желании можно прикупить варианты насадок. Ну, давайте сейчас посмотрим, какую-нибудь большую возьмем. Будет он с ней работать, не будет с ней работать. Ну, давайте вот этот вариант. Работает. Функционал свой выполняет. Будет у вас устройство для подравнивания различных моделей, там изделий и тому подобное. Кстати, модели можно хорошо с ним обрабатывать, имеется в виду модели по склеиванию, там самолеты, машины, танки и так далее. То есть удобное устройство для выполнения. Итак, я вам продемонстрировал гравер Value Max, который поставляется в виде набора, как гравер, так и насадки в виде 43 штук, благодаря которым вы можете осуществлять действия по обработке различных моделей, изделий, ну и тому подобное. Простые и несложные работы, которые можно выполнять благодаря ему. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию о гравере Value Max продемонстрировал вам. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.